несколько дней назад решил еще немножко добавить кустов винограда. Вот у меня столбики стоят, один ряд есть. Справа уже я посадил еще три куста, как бы со смещением в шахматном порядке. Ну и там вот у меня еще ямки, еще три куста, которые я заказал по интернету. Значит, ямки мне пришлось рыть очень глубоко. Вот сейчас ямка около 50 сантиметров, и там уже, возможно, ну там, наверное, не видно, стоит вот, стоит вода. Значит, это уровень воды сейчас у нас в земле. Поскольку здесь, ну, немножко больше, чем на штык лопаты, черная земля, а дальше идет глей или глей, как правильно будет, на штык лопаты, и поэтому мне этот слой пришлось ведрами выносить за сад, за территорию сада. И вчера вот этих три ямки я, наверное, здесь около полутора часов их копал и чистил, потом немножко засыпал верхним родючим слоем земли. Ну а с той стороны, вот где я уже посадил, я покупал два мешка. В одном было около 10 килограммов торфа и килограммов 10 уже такого перепревшего навоза. И все это я перемешал, добавил еще сюда удобрений. И верхний слой, где-то приблизительно на штык лопаты, я засыпал вот этим уже, вот этой смесью, которую я сделал. И посадил вот сюда три куста. Крайних два куста у меня технические сорта. Какой-то мелкий зеленый. А посредине один из кустов тех, которые вот выращиваю я с прошлого года. Ну, какой именно, я не знаю. Посмотрим. Один из этих кустов я вскрою и покажу. Вот я его накрыл таким пластиковым ящиком и еще сверху посыпал, ну, положил траву, чтобы защитить эти молодые ростки, которые у меня еще не привыкли совсем к солнечному свету, от солнца, от ультрафиолета. Ну вот в таком состоянии он находится, этот росточек. Это мелкий зеленый виноград. Но когда он поспевает, он очень-очень сладкий. Кислоты в нем, ну можно сказать, что я ее не чувствую, эту кислоту. Очень хороший виноград. Если нет ничего другого, достойный сорт, можно спокойно его кушать. Накрываем дальше, пускай он приживается на этом месте. Сюда я заказал, вот в одну из ямок я посажу темно-синий виноград, круглый, кадрянка, вот вспомнил, как называется, и кишмыш находка. А еще один куст, я думаю, тоже посадить, нас выращивают люди, тоже технический сорт, но по осени он такой, не такой уж и плохой. И если эти сорта, которые уже десертные, столовые, как-то себя нехорошо будут вести в нашей местности, то, ну, хотя бы у меня останется хотя бы технический сорт, там закрыть компот или даже скушать осенью. Так, ну вот эти кусты у меня здесь, если меня продавец не обманул, значит, должны быть два куста Аркадии, это зеленый виноград, зеленый желтый, и два куста Виктории, это розовый виноград. Сейчас вот находится в таком состоянии. Месяц назад у нас был утром небольшой приморозок.
И виноград, который уже начал распускаться, все вот эти пасынки примерзли. Это он уже начал по новой распускаться. Очень жаль, потому что могло бы быть уже, ну, прирост сантиметров 30-40, а так только-только он начинает вылазить. Так, и хотел бы еще показать, я не знаю, получится ли сейчас на камеру показать. Здесь у меня есть вот трубы для полива. И там, ну, почти на длину всей руки находится вода. Там, ну вот, наверное, немножко видно. Там даже в двух или трех местах лягушка завелась. Спасибо всем за просмотр. И до следующей встречи. Пока.